Друзья, привет! Сегодня бы хотел немножко рассказать о световом модуле Traxxas, который был в модели UDR. Я его открыл, он легко разбирается. Вот эта часть, значит, верхняя логика управления отсоединяется. Вот. А суть в чем, что он идет в комплекте вот с таким регулятором. То есть, соответственно, если мы ставим что-то другое свое, да, то родной свет мы уже использовать с логикой не можем. Суть в чем, что еще немножко расскажу по контактам. Здесь контактов 8, но они дублируются, можно по цветам увидеть. То есть просто скажу, что на память не помню, там есть масса, есть плюс 5 вольт для питания логики модуля, есть напряжение, которое идет с аккумулятора, и, собственно, сигнальный, который управляет вот этими всякими стоп-сигналами и так далее. Что из себя представляет модуль? Он, вот эта нижняя часть, здесь преобразователь напряжения, он работает в режиме step up, step down, то есть он может как понижать напряжение, так и повышать. Для чего это сделано? То есть они, вот эти вот световые сами фонари, сделали на 16 вольт. Вот, соответственно, если мы поставим, например, аккумулятор 3S, да, то есть 12 вольт они просто работать не будут. Поставим 6S, понятно, что он заработает, напряжение нужно будет понизить. Так вот, этот модуль, он либо понижает напряжение, либо повышает. Вот, товарищ у меня купил другой регулятор, но хотел сохранить, значит, все вот это дело родное. Оно потому что и по габаритам подходит, и светит хорошо, и достаточно интересная штука. Вот, он пришел ко мне, что можно сделать. Ну, я, значит, так своял, по размерам получилось, конечно, чуть-чуть побольше, чем Traxxas-ский, но, в принципе, плюс-минус то же самое. Я сделал, у меня просто были наработки, значит, один на три выхода, свитчер, два обычных, там стоят канала, и один стоковой стабилизации. И второй, значит, здесь пришлось немножко переделать, второй для трофи моделей, но я от него взял работу стоп-сигналов, вот, работу заднего хода, то есть, в принципе, даже аварийка есть, вот. То есть, ну вот, и, собственно, посередине у меня получился вот этот вот step-up, step-down преобразователь. То есть, все вот в такую вот штуку пришлось сделать. Еще самое интересное, что у Traxxas вот эти вот разъемчики, у них нестандартный шаг. То есть, мне пришлось, значит, просто взять, у меня были иголочки новенькие, они потоньше, чем классический DuPont. Ну и, собственно, вот как бы из иголочек вот в термоусадку такие штучки собрать. Потому что как бы родной комплект резать не хотелось. Также модуль тоже разбирать не хотелось. Абсолютно рабочий и регулятор рабочий. Вот, поэтому все это дело останется. Такая вот штука. Немножко там изменил логику. Потом, может быть, покажу. Ну, там люстры переключаются, значит. Разная яркость у них есть. Есть так называемый спортивный тормоз, как у Формулы-1. То есть, когда мы тормозим, он такими короткими вспышками мигает. Вот такая вот штука получилась. Осталось все это только в коробочку сделать, залить в кирпич. И будет работать. Имеет два входа. Соответственно, один канал это для переключения режимов люстр. И второй вход это для газ, тормоз получается, задний ход. И плюсовой аккумуляторик для питания. Потому что все равно все это дело кушает. Вот оно идет на DC-DC, ну и, собственно, расходится. Вот такая вот штука. Привет Traxxas-у.